Он перезаряжается от адреналина и замирает. Всем привет, вы на канале Мишаня. И сегодня мы будем делать видеообзор на Ace Dragon от компании V5. Всем привет, друзья, вы на канале Мишаня. Сегодня у нас будет интересная распаковочка Ace Dragon от компании V5. Ну, давайте начинаем. В комплекте у нас идет такая обычная ручка. И самое замечательное, что идет вот такой, вот такая лента оранжевая, похожая на ленту от Феникса. И вот такой двухсторонний получается лаунчер. Довольно неплохой, хорошо пока работает, никаких претензий к нему нету. Ну, в комплекте, как всегда, у нас идут наклеечки и вот таких три верхних слоя. Итак, друзья, я разобрал наши бейблейды. С левой стороны у меня будет компания V5, справа у меня будет Акаратоми. Аватарочка выполнена очень замечательно у V5. Если так разобраться, я бы вообще бы не понял, какая из них оригинальная. Ну, цвет только, да, отделяет. И вот эти сами зубчики. Получается, у V5 как будто как постоянно вот эти одинаковые вот эти зубчики. А у Акаратоми, видите, они всегда на аватарках отличаются. А так, конечно, очень круто смотрится. Железный чип у нас идет из трех силовых точек. По центру самое тяжелое. Но V5 тут решила схимичить и не добавила нам металла, облегчило вот этот железный чип. У Акаратоми, как всегда, все супер. По поводу силового диска, силовый диск выполнен идеально. Все суперски, все классно. Ну, как идеально, очень сильно похоже. Но есть нюансы. Во-первых, не обозначил никакими цифрами, буквами вот этот наш V5. И, наверное, самая главная проблема, у него не вращается вот этот силовой диск, вот эта сама пластмасска. Как это делать, вот, допустим, так Акаратоми. Даже компания Flame, которая плохо делает по пластику, у нас уже две такие рамки сломались. И то у них все, ребята, вращается. А так, конечно, все здоровски смотрится. Верхний слой V5 подобрала идеально. По пластику очень сильно похоже. И тоже бы с трудом бы определил, какой из этих верхних слоев принадлежит оригиналу. Итак, с обратной стороны у нас ничего особого. По пластику, друзья, никаких проблем. Никогда ничего не крошилось у нас от компании V5. И также у нас идут в комплекте вот такие два верхних слоя. Красный, черный. Тоже выполнен довольно неплохо и качественно. V5 сделал драйвер очень сильно похожий, так же, как и компания Flame. Но прикол в том, что... Ну, в чем прикол? В принципе, прикола тут нету, друзья. Все четко, тут пружина около средняя, а тут... А V5, мне кажется, тут чуть-чуть будет жестче. Друзья, идеально сделал драйвер, идеально, все четко. По окружности идет металл, так же, как и в Акаратоми, и также компания Flame все сделала. Взвешивание комплектующих, аватарка, Акаратоми 2,82, V5 2,46, железный чип Акаратоми 8 грамм ровно, железный чип V5 5,43, силовый диск Акаратоми 28,49, V5 21,40, диск Акаратоми 9,51, V5 8,93, драйвер Акаратоми 14,93, V5 13 грамм ровно. Бейблэйд целиком V5 51,26, Акаратоми 63,75 и компания Flame 54,15. И по поводу щелчков, давайте, наверное, начнем с V5. Средние довольно щелчки Акаратоми. Где-то на одном уровне и компания Flame. У компании Flame вообще мягко все идет. Валгелия V5 против V5 из Драгона. 3, 2, 1. Есть, хороший запуск. Гоняет из Драгон. Он перезаряжается от арены и замирает. На последних оборотах. Класс, лаки, друзья. Ace Dragon выигрывает. Валкирия V6 Flame против V5 Ace Dragon. 3, 2, 1. Посмотрим! Вот это новость. Ну, немножко неудачно. Вот это нормально. Ты, Миша, вылетел нормально, ну, с ареной. Приган против Ace Dragon. V5 против Flame. 3, 2, 1, вперед! Вау!
хорошие пошли. Да. Да, что и требовалось ожидать. Сприган, конечно, тут силач, хорошо расправляется с нашим Эйздрагом, тут без шансов. СБ против В5. 3, 2, 1, вперед! Есть, хороший запуск. Напишите в комментариях. Вот это жестко было! Вот это жестко! Не разлетелся на кусочки. Полтречик сохранил свои ценности, свои комплектующие. Остался целый, но проигрывает в ловушке. Ну, с тобой должно вот так произойти. Ну, так не произошло. Эйздраган выигрывает. Джокер СБ против В5 Эйздрагана. 3, 2, 1, вперед! Друзья, ничья, надо сделать перезапуск, потому что тут слишком все быстро было, непонятно, кто первый разобрался в кусочке. Перезапуск. 3, 2, 1, вперед! Есть! Кому? О, ай, Джокер все же силач и смог выиграть. Это интересно получилось. Эйздраган довольно плохой бэйблейд от В5, но Джокер тут оказался чуть сильнее. Бушин Ашера против Эйздрагана. СБ против В5. 3, 2, 1, вперед! Напишите в комментариях, какая у вас любимая игра! Вперед! Тебя не было слышно! Миша, ты видел, он гнал по арене, бил, и в конце была последняя его попытка, и он просто разлетелся на кусочки. В5 тут выигрывает. В5 на арене. 3, 2, 1, вперед. Есть, хороший, пошли. Начинай, ты из драга открывает. Ну давай. Ай да, силач. Мишаня Бэйблэйд силач. Вот так себе, вот так. Гайн Драгон против Эйздрагана. В5 на арене. 3, 2, 1, вперед! Вот тут очень все будет жестко. И Гайан проигрывает. Ну тут понятно, четвертый сезон впереди. СБ против В5. 3, 2, 1, вперед! Хороший запуск пошел. Эйздраган бьет. Но пока ничего не происходит. Бьет и... Мишаня забирает у меня 2 балла. Круто получилось. Космолотречек, силач. СБшка впереди. Нормальный бейблейд. Веном против Эйздрагана. Флейм против В5. 3, 2, 1, вперед. Есть, yes, вылетает драйвер, пошла атака, В5 пытается выиграть, но по-моему он просто не достает до верхушки верхнего слоя Венома. Попытка не пытка, по-моему еле-еле тут прокручивается наш В5. Волшебный Фафнир против Эйздрагана, компания В5 на арене. 3, 2, 1. Правосторонний Фафнирчик. Может творить чудеса, и сейчас мы узнаем, что он сделает с нашим Эйздраганом. Давай! Вау! Класс! Сила правостороннего Фафнира. Неправильно работает, но зато выигрывает. В5 против Эйздрагана. Своя Лунгас против Эйздрагана. 3, 2, 1... Лево стороне, право стороне. Справится ли Эйздраган? Получил. Хороший был толчок. Толчок был замечательный. Твалуги, он сильно, крепко выигрывает. Ребята, вот такая у нас распаковочка получилась. Вот такие интересные битвы. Все же может тащить наш Эйздраган. Есть какие-то варианты, где он может крупно выигрывать. Так по себе Бэйблэйд неплохой. И сам пластик довольно крепкий. Не крошится, не ломается. Подписывайся, обязательно ставь лайкусик нам. До новых встреч, дальше будет интереснее. Это был канал Мишань с вами. Пока-пока. Пока-пока.